Я вновь приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала, и мы продолжаем прохождение XCOM Enemy Within. Как мы помним, с прошлой серии нам выпала миссия устрашения, и мы вот в составе такой команды на нее полетим. Кстати говоря, просил у меня аватара дать ему Артем Юличев. Вот такой вот аватар у тебя. Насколько я помню, в плане рисунка пи-боя, ну, поселенца всяческих журналов, комиксов «Убежище номер 0», был примерно вот такой вот человечек с такой вот окрасочкой, с цифрой 13, но у нас нет такой возможности поставить какую-то циферку на спине. В общем, вот такая вот цветовая гамма, вот такое вот лицо, ну, причесан и все такое, насколько я помню, соответствует пип-бою. В общем, честно говоря, по памяти это все делал, а в интернете или еще где-нибудь рисунки не смотрел. Так, кто идет? Идет у нас Буря, Каратель, Сват, Челонг, Лиса, Пип-бой, Глобус и Тайфун. Как вы видите, начинает строить, замыкает дурики. У них нынче семейный подряд, как в принципе на эту миссию также и Горюнковы идут, Лиса и Глобус. У нас сегодня акция устрашения совместно с семейными подрядами пройдет. Так, ну что ж, начнем. Также парочки я выдал новые бронежилеты. Садимся. У нас их как раз было 3 штучки. Ну и вот на эту миссию пойдут у нас жилетика. Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. Пришельцы по-тихому вошли в крупный город и устроили там резню. Местные войска сделать ничего не могут. Нам надо срочно выдвигаться на место. Так, интересная миссия по устрашению на кладбище. Такого еще в качестве устрашения вроде бы не было. Кстати, кто еще заметил изменения по поводу нашего мэка? Чуть-чуть покраска костюма поменялась. Это я сделал потому, что у нас надет на карателя костюм второго класса, который дает ему дополнительную ячейку, и в эту дополнительную ячейку я воткнул ему еще восстанавливающий туман на всякий случай, чтобы он сам себя смог лечить, ну и возможно тех, кто окажется поближе, да, в радиусе действия аптечки. Центр. Рейнджер вышел на точку. Штурм один к бою готов. Жду приказа на выброску. Подтверждаю, Рейнджер. Можете начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю, в зоне операции гражданские. Так, ну и сразу хочу предупредить, что эту миссию будем проходить без комментариев, в плане того, что я сейчас комментировать ничего не буду, потому как в данной миссии устрашения у меня участвует несколько не шибко проверенных боями новичков, поэтому я и буду пытаться сосредотачиваться на ходах, а когда я комментирую, меня это немного отвлекает от ведения боя, и не хотелось бы никого потерять, и еще плюс к этому нужно гражданских как можно меньше потерять, как можно больше спасти. Вот, поэтому сосредоточиться на ходах, буду молчать и, возможно, потом при монтаже немножко ускорю просмотр вам, чтобы вы не смотрели на тупники мои в плане того, когда мой мозг строит картинку по ходам, курсор будет вяло где-нибудь располагаться на мониторе. Ну вот, чтобы такие тупники по времени пропустить, я, может быть, чуть-чуть сделаю быстрее прокрутку по времени
И вы будете смотреть немножко в ускоренном виде, но все ходы будут записаны. Ну что ж, приступим. Сделаю. Andando. Выхожу. Ясно. Выхожу. Аффирматив. Координаты получила. Affirmative. Вижу группу противника. Черт, не может быть. Черт, промахнулась. Adjusting sights. Ракета пошла. Приступаю. Больше не рыпается. Снял его. Допрыгался. Сняла его. Точно, командир. Начали.
Enseguida. Кто-то есть. Ясно. Можно начинать. Готов. Этот патронов выбыл. Почти не осталось. Estoy en marcha. Muerto. Принято. Иду в рукопашную. За дело! Пора перезарядить пушку. Неплохо. Перезарядка завершена. En marcha. Mierda, qué poco ha faltado.
будет больно! Так, беру мощный заряд. Точно, командир. Сближаюсь с противником. Поехали! Я пошел. Граната. Уже иду. Готов. Чистая работа. Коты. Принято. Вступаю в ближний бой. There now. Andando. Двигаюсь на позицию. Все, этот готов. Задание выполнено.
Пока что без единой царапины. Ну что ж, я к вам вернулся с комментариями. И мы видим, что у нас операция отработана на 5 с плюсом. Без всяких отступлений, перезаписей. Быстренько все пробежали. С первого разка. Ну и, соответственно, давайте сейчас повысим Сергея Горюнко. Так. Дадим ему рейнджер. Вскрытие командира сектоидов привезли. Отлично. Не забывайте, мы видим все. По-моему, это была очень удачная операция. Всего двое убитых, но паника все-таки возросла на четверочку. Ну что ж. Вот на этом я с вами попрощаюсь. Ждите следующей серии. Вот такая вот была у нас операция по уничтожению нашего устрашения. Пока все. До новых встреч в эфире. Пока-пока.